Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас обзор, что мы приобрели в Магните. Но вот в Магните, я думала, будут цены подешевле. Но сравнивая с Лентой, получается, что какие-то, да, дешевле, а какие-то, получается, дороже. Но что я нашла? Я нашла там вот такое вино красное. Это сухое грузинское. Цена у него была 379 рублей. Хотели купить Кинзмараули. Кинзмараули осталось только дорогое, а по акции быстро разобрали. Сыр Маздам на 148 рублей. Это к вину. Вот этот вот сыр очень получился дешево. Сыр российский шел по акции. А здесь сколько грамм? 100 грамм продукта. А, нет, это пищевая ценность. 72 рубля. Какао Несквик мы очень любим все. 250 грамм. Небольшая коробочка. 109 рублей витамины. Витаминизированный. Российский шоколад. По 39 рублей. Я взяла с миндалем и горький 70% шоколада. Яблоки красные на 100 рублей. Они были по 94 рубля. Но вот мы такие брали, они сладкие. Окорок свиной на 428 рублей. Стоило 247 рублей. Здесь сахарная косточка. А пончики. Так, вот пончики взяла двух видов. Такие аппетитные, на них тоже была скидка. Пончики по 34 рубля, ну, там с копейками 35 рублей получается. Вот такие классные магнитики. Два взяла. Кому еще не подарила, подарю. По 30 рублей. Огурцы на 35 рублей. Были по 117, но вот у меня на 35 рублей взяли всего огурчик нам на салатик только покрошить. Так, помидорки. 4 томатика на 20, на 33 рубля всего лишь. Был 111 рублей цена. Вот такие ничего, хорошенькие на вид. Творог по 36 рублей, 9%. Я взяла 2 пачки. Это у меня будут сырники. Конфеты «Ромашка», это «Рот Фронт» на 196 рублей. Дороговато, конечно, но они очень вкусные с магнита. Так, немножко взяла черносливок чай на 119 рублей, тоже 469 рублей. Так, сколько здесь мини тут конфеток с черносливом, тоже очень вкусные. Еще из конфет взяла конфеты «Сливки». Счастливки, это ириски, они очень сладкие, вкусные, на 53 рубля. А это 348 грамм. Да, как-то в Пятерочке их быстро разобрали мы. А, вернее, в Пятерочке были, их очень быстро разбирали. Вискас, говядина с ягненком, у нас Васятка любит в желе, потому что он уже старенький, а ему сухой корм нельзя. Сколько он стоит? Две штучки. 19 По 19 рублей. Так, и вот очень понравилась ситечка для заварки чая. Это ситечка в виде человечка. И она будет смотреться вот так в чашке. То есть туда засыпаем чай. Это силиконовый человечек. Он стоил 109 рублей. Лопатки с прорезью. Но это из бамбука. Вот лопаточка такая с прорезью. Ложка деревянная. Лопатки по 40 рублей. Взяла селедку под шубой. Так, она сколько она вышла? На 79 рублей. Цена 249 рублей за килограмм. Так, а сколько у меня получилось? 318 грамм. Такая селедочка под шубой. Мандарины были по 46,99. Вот на 58 рублей килограмм 200. Были три вида. Вот этот я выбрала с косточкой, но сладкие. Были без косточек еще. Мандаринки. Сахарная пудра 26 рублей. А обычный сахарный песок 42,29.
Так, а сколько грамм? Килограмм. 1 килограмм. А то они любят по 900, по 800 грамм. Еще акция была на кофе, не с кафе. Ну, здесь, конечно, граммовка небольшая. 60 грамм всего лишь. 80 рублей без рубля. Такой кофе. Но оно нежное. Нежная пенка так и называется. Лимоны по 88,69. Я взяла 2 лимончика на 29 рублей. Получилось 330 грамм. Очень люблю сгущенку от Рогачева. Рогачевскую. Стоит она 80 рублей. Стоит, да. Очень вкусная, хорошая, 80 рублей. Тоже была акция. Яйцо 53 рубля. Без рубля. Так, первая категория. Да, летом у нас были свои яйца. Курочки неслись, на зиму у нас их не... Мы не оставили их на зиму. Так, молоко 3% сегодняшнее. Волжские просторы, но это наше местное. 45,79 пакетик. Туалетная бумага из Набережных Челнов. Она, конечно, не такая мягкая, но хватает надолго. 17,49. Тоже 2 штучки взяли. И мука. Мука пшеничная Макфа. А мы теперь много печем. У нас есть хлебопечь, поэтому у нас в ходу мука. Здесь 2 килограмма. 96 рублей 99 копеек. Вот здесь 2 килограмма. Ну, на 4 буханки хлеба. Итого 2900 рублей. Вот такие у нас цены в Магните. Я думала, будет дешевле, чем в Ленте. Но получается, что какие-то продукты дешевле, а какие-то, наоборот, дороже. Всех поздравляю с Рождеством. Крепкого вам здоровья, счастья, любви. Подписывайтесь на мой канал, поддержите меня. Спасибо вам за просмотр. До новых видео. Пока-пока.